Збройні сили України контролюють 93 населені пункти у Курській області. 3000 російських військових солдатів можуть потрапити до котла на річці Сейм. Та про нові дедлайни диктатора Путіна. Про це не тільки поговоримо з Романом Світаном. Пане Романе, добрий вечір, раді вас бачити. Бажаю всім здоров'я. Пане Романе, почнемо наш вівторок з новин, які традиційно в нас розгортаються на території тимчасової Росії. Але перед тим, як почати, звертаємося спочатку до нашої з вами аудиторії. Хто дивиться просто зараз цей стрім, поставте прямо зараз лайк, напишіть коментар, ваше місто, ваша країна, звідки ви нас дивитесь. Ми все бачимо, все читаємо. Також закликаю, будьте активними в чаті, пишіть ваші думки, чи погоджуєтеся ви з думками пана Романа, чи ні, цікава ваша думка. І підпишіться на цей ютуб-канал, тому що так, ці меседжі, які ми зараз будемо обговорювати, їх почують якомога більше людей, а в період інформаційної війни це точно важливо. Пане Романе, почнемо наш ефір з хороших новин. От буквально зараз з'являється інформація від головкома Сирського про те, що під контролем Збройних сил України зараз перебувають 1263 квадратних кілометри на Курщині. І водночас маємо теж хорошу, направду, інформацію про те, що 3000 російських солдатів можуть потрапити до котла на річці Сейм на Курщині. Про це пише видання «Більд». От так, так виглядає можливий котел. І від 16 серпня Збройні сили України почали знищувати мости через річку Сейм на півночі Курщини. От, пане Романе, питання до вас. Що нині відбувається у нас на Курщині? Хотілося б почути вашу аналітику про динаміку Збройних сил України, про які стратегічні переваги Збройних сил ми вже можемо говорити. Та наскільки коректно говорити, що ворог дійсно потрапив в котел? І хотілося б почути вашу аналітику стосовно цієї цифри 3000 російських військовослужбовців. Ну, пока еще операция не завершена, по крайней мере, оборонных рубежей пока еще на данный момент нет. Один из них уже обрисовывается, то есть это река Сейм, почему начали взрывать мосты, для того, чтобы потом реку Сейм использовать как либо оборонный рубеж, или как минимум это укрепленный левый фланг, если будет движение дальше в сторону Курска. Сейм хорошо подходит для этой задачи. И как рубеж обороны, и как укрепленный фланг. То есть а россияне, которые будут попадать в оперативные котлы, это не котел в чистом виде, это оперативный котел так называемый. То есть это определенная местность, на которой расположены вражеские войска, и которая не может снабжаться в полном объеме из-за работы наших средств поражения, дальних средств поражения, которые уничтожили сначала мосты через Сейм, а Сейм — это тоже серьезная преграда. Уничтожили основные мосты, и сейчас уже идет уничтожение построенных понтонных мостов. Один мост, как минимум, уже уничтожен, там еще несколько мостов, я думаю, они будут их разворачивать, но уничтожение довольно-таки может быть скорым. Почему? Потому что точность наших средств поражения максимум где-то в 2-3 метра. Мы видели эти удары М-31-ми, хаймерсами по мосту. 4 входы и отверстия довольно-таки кучно легли. То есть практически одного удара по понтонному мосту достаточно, чтобы его сложить, и он дальше уйдет по течению реки. Сейм — очень быстрая река, то есть она, в принципе, одного удара достаточно, чтобы Сейм сам сложил этот понтонный мост. Главное — поймать на нем достаточное количество техники. Но этим вопросом занимается наша уже аэроразведка, довольно-таки успешно. Россияне, которые заключены на данный момент, а это, можно сказать, уже готовое оперативное окружение, действительно, там несколько тысяч их есть на данный момент, но это не значит, что они в полном котле. Они могут уйти через Сейм, пусть без техники, но вплавь, как минимум вплавь Сейм они смогут большая часть таких пересечь, потому что я думаю, не возьмем мы в плен там тысячи россиян, ну сотни, то есть несколько рот, в принципе, возможно будет взять, если будет дальнейшее развитие ситуации. Оно может быть остановлено на любом этапе, как только российское руководство примет решение о разворачивании войсковых операций на этом направлении. Для этого и надо обеспечить достаточным количеством личного состава, около 35 тысяч россиян должно быть направлено на это направление. А их снять их можно только с Восточного фронта. Пока на данный момент россияне только развернули несколько направлений. Брянское, Курское,
и Белгородская, с военной точки зрения, но еще не наполнили личным составом. Пане Романе, до наступного про перекидання російських військових. До 1 жовтня Путін хоче витіснити сили оборони з Курщини. Такий наказ отримали російські військові. Зробити він це наказав будь-яким чином. Головне – не знімати сили із ключових ділянок, де Росія веде наступ на Донбасі. Звісно, тут мова йде про Покровський і про Терецькі напрямки. На вашу думку, наскільки ось цей поставлений дедлайн реальний, враховуючи момент не знімати сили з ключових ділянок фронту? Это очень хороший знак о том, что Путин говорит, вернее, приказывает его до какого-то времени выполнить задачу. Значит, он не знает, что делать на данный момент, то есть не знает, что делать сейчас. Если бы у него было готовое решение, он бы не обозначал ни сроков, не обозначал бы даже задач, он просто бы его выполнял. На данный момент он обозначается по срокам, а это значит, он не знает, что делать. Так, у них до сих пор такая идея, что само собой рассосёт. Как зашли, так и выйдут. Ну вот примерно так они это все видят. Ну, Путин как минимум вместе с Генштабом. Но однозначно, зашли не для того, чтобы выходить, зашли для того, чтобы укрепиться, это точно. А по возможности, если россияне не отреагируют, то дойти до ключевых механизмов, до ключевых моментов, связанных с энергогенерацией. Это военная тема, то есть генерация, которая перебрасывается к военным заводам, к военным воинским частям, дойти до энергогенерации и прикрыть рекой нашу Сумщину. Река Сейм, она там очень хорошо прикрывает, если вдоль нее расположиться, то, в принципе, это готовый географический оборонный рубеж. Это один из вариантов, по крайней мере, развития событий именно такой. Я думаю, в стратегическом плане, в конечном, наш генштаб его так и видит. Но в любой момент россияне могут этот план поломать, если перебросят туда до полусотни тысяч резерва. Но мы выполним другую задачу. Мы решим вопрос по востоку. Россиянам придется остановить наступательные действия на востоке. Потому здесь беспроигрышная ситуация, я бы так сказал, нашу операцию по Курску. Но опять же, ждем развитие событий не только не Курском единым, если можно так сказать. По классике, я думаю, в ближайшее время начнутся операции где-то на юге. Мы уже с вами несколько раз проговаривали, несколько направлений, начиная от Приднестровья. Это тоже операция могла бы дать нам до десятка тысяч военнопленных российских под обмен. И заканчивая запорожским направлением, той же Работино, Васильевкой, Запорожской атомной, либо Херсонщиной, начиная от Кимбургской косы и заканчивая, допустим, Новой Каховкой, то там много есть направлений, где можно еще примерно такую же операцию провести на другом участке фронта. А это уже точно вынудит россиян снимать резервы с Восточного фронта. Это один из механизмов, как растянуть противника по фронту, уменьшив плотность войск. У нас сейчас ширина активного фронта, если так можно сказать, больше 1000 километров. То есть мы уже растянули россиян примерно на 1000 километров. Пане Романе, якраз наступне питання про те, як реагує путінський режим, але перед тим, як ми перейдемо до наступної з вами теми, ми традиційно нагадуємо нашій з вами аудиторії, що стати учасником цього стріму дуже просто, можна лише написати коментар. Прямо зараз ваше місто, напишіть, ваша країна, звідки ви нас дивитесь, і натисніть цьому відео лайк, тому що так його потім подивляться якомога більше людей, а це точно важливо. І традиційно в нашому чаті є вже опитування, що означає котел на Курщині, поразку ворога в цій спецоперації, натисніть так чи ні, цікава також ваша думка. І якщо є чим аргументувати, також прошу в чат. Пане Романе, от про той абсурд, який зараз відбувається на Росії, колишня депутатка Держдуми Росії закликала розбомбити Курську область, де зараз відбувається операція Сил оборони України, пряма цитата, треба їх оточити, знищити все, просто килимовими бомбардувальними, розумієте, сказала вона в ефірі одного з пропагандистських телеканалів. От на вашу думку, що означає така риторика, це на кого спрямована? І з військової точки зору, чи дійсно ворог може вдатися до того, аби дійсно розбомбити Курську область? Она далека от механизмов выполнения боевой задачи на данный момент по фронту, примерно как наш министр обороны далек от потребностей армии сейчас по фронту. Примерно так. Люди абсолютно не понимающие,
реалии военной жизни, не имеющие базовых военных образований, не знают, как и чем можно повлиять на развитие ситуации. Какие ковровые бомбардировки, если развернута система противовоздушной обороны? При ковровой бомбардировке используются, используются фронтовые или дальние бомбардировщики с свободно падающими авиабомбами в большом количестве. Но для этого и количество бомбардировщиков должно быть несколько десятков, то есть до сотни, это как минимум, это раз. Второе, ПВО противника подавлено. Сейчас у нас ПВО на высоте. Противовоздушная оборона не дает россиянам подойти к обороняемой территории для сброса свободно падающих авиабомб. Только корректируемые авиабомбы, планирующие так называемые, но их сбрасывается в 10 раз меньше, чем могли бы сбросить, допустим, те же, а то и в 100 раз меньше, чем могли бы сбросить все самолеты Российской Федерации, если бы они могли выйти на поле боя. Мы этой возможности им не дадим, потому сам посыл, ну, абсолютно неверен, ковровые бомбардировки. А окружить и для того, чтобы окружить и, допустим, уничтожить украинские войска, у россиян на данный момент силёнок однозначно не хватает. Для окружения такой территории даже сейчас, на данный момент, им надо будет заходить, во-первых, на украинскую территорию, она уже с определенными системами фортификации, отрытыми довольно-таки на серьезную глубину, на глубину до 30-50 километров. На это, значит, им надо как минимум около 200-250 тысяч российских военнослужащих, причем самое интересное, мобилизованные не подойдут, это должны быть линейные профессиональные части, их просто не существует, потому механизма окружить и уничтожить у них просто на данный момент нет. А вот выдавить, да, однозначно, если они 1050, я уже это говорил, 1050 снимут с Восточного фронта, по большому счету выстроившись вдоль Сейма, это возможно с севера, и попытаясь с востока выдавить наши войска, там то количество войск, которое на данный момент есть, у них есть возможность, допустим, додавить нас до нашей границы. Опять же, мы выстроимся вдоль той линии обороны, которая выстроена уже в Украине. Естественно, проминируем российские, во-первых, уничтожим мосты, уничтожим инфраструктуру, военную инфраструктуру, проминируем российскую территорию, укрепимся зоной обеспечения нашу линию обороны, но тогда эти 50 тысяч россиян не смогут наступать на Покровск. И это будет выполнение боевой задачи. Поэтому здесь наш главком в этом смысле, у него такая реальная стратегическая задача, и он ее уже практически на 50% выполнил. То есть как минимум создал россиянам большую проблему на этом направлении. Пане Романе, до роботи нашої авіації український винищувач, так би мовити, денацифікував підземний ворожий пункт на Курщині. Командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Лещук оприлюднив відео. Зараз ми його продемонструємо. Відео, на якому українська авіація завдає удару по об'єкту противника на Курському напрямку. Про це йдеться у його телеграм-каналі. Зазначається, що на відео робота саме керованої авіабомби «Хаммер». Якби ви оцінили роботу українських винищувачів французькими авіабомбами по території країни-агресорки, якою є їх ефективність? Я бы сказал, не денацифицировал, а демилитаризировал, демилитаризовал эту часть российской территории. Самолеты наши ходят на российскую территорию с 22 года. Су-27, у меня есть много друзей, потому знаю. Су-27 в 22 году уничтожали российские колонны, которые заходили в Украину, заходя на российскую территорию на предельно малых высотах. ПВО они еще не разворачивали, потому там перекромсали, демилитаризовали не одну колонну наши летчики, а еще старым советским вооружением. А после того, как зашли новые вооружения, причем практически до десятка модификаций мы сейчас можем использовать с наших самолетов, использовать тех средств поражения авиационного базирования, которые используются. «Хаммер» — одни из них. «Хаммер» — это планирующая, корректируемая авиабомба с ракетным ускорителем, можно сказать, и ракета. То есть есть ракетный ускоритель, который используется, если эта планирующая авиабомба запускается с малых высот
Ну или этот ракетный ускоритель дает возможность авиабомбе проходить на большую дальность. Причем дальность может варьироваться до 100 километров. Потому наши самолеты их используют довольно-таки успешно, французские авиабомбы. Боевая часть у нее где-то в районе 250 килограмм, то есть стандартная, по крайней мере, боевая часть. Это обвес. Обвес, грубо, это обвес 250-килограммовой авиабомбе. Мы также используем старые советские авиабомбы, только обвесы «Джедам», нам переданные нашими партнерами. У нас получается тоже корректируемая авиабомба с дальностью где-то километров до 70, 60-70 километров, планирующая авиабомба «КАП», если с точки зрения россиян, так они свои называют. Ну а «Хаммер» — это уже стационарная авиационная бомба в 250 килограмм, только с одетой на нее системой планирования и коррекции, и с ракетным двигателем. Вот большой плюс именно «Хаммеров» — это то, что ракетный двигатель позволяет ее запускать или сбрасывать, в зависимости от номенклатуры, с малых высот. То есть самолет может под лучами российских локаторов, то есть за радиогоризонтом, сбрасывать эти планирующие авиабомбы, которые ракетный ускоритель разгоняет ее, поднимает на определенную высоту, и дальше она планирует там 20-30 километров. Правда, не до сотни, но 20-30 километров эта авиабомба планирует. Пане Романе, для того, щоб завершити тему з Курською областю, ще з'явилася інформація, про це сказано було в заяві Міністерства вбивств, Міністерства оборони Росії, повідомляє з посиланням на Комерсант, що влада Росії вирішила створити групування військ Білград, Курськ і Брянськ. І річ у тім, що після початку весняного наступу окупантів саме на Харківську область, преса ще тоді писала і блогери писали про те, що російські військові створили ось ці групування, північ до якого увійшли угрупування Білград, Курськ і Брянськ. Ці три утворення називали ще тоді угрупуванням прикриття кордону або угрупуванням військ. Наскільки ось ці групування допоможуть окупантам, що взагалі вам про них відомо, якщо відомо, і, можливо, про потенційну кількість особового складу, який може налічувати кожне з цих угрупувань? Создание такого рода об'єднання – це якраз тільки начало військової операції, як такової. То російські воєнні з 14-го года, це вже 11-й год йде, направление на Москву никак не рассматривали как направление для обороны. То есть я не просто так уже сколько лет говорю, это крайне пуганный. Почему? Потому что до Москвы от наших границ 500 километров. У нас даже от Работина до Керчи 600 километров, а если там от Сум, так под 1000. А вот до Москвы 500, в два раза короче. Потому это направление для нас должно было быть тоже перспективным, но мы его почему-то не рассматриваем. Наконец-то вот за последние две недели начали движение, по крайней мере, с увеличением обороноспособности самой границы уже на российской территории в том числе. Россияне только сейчас приняли решение о разворачивании войсковой операции, а именно об этом говорит создание этих объединений. То есть по областям, как минимум. Раньше они их создали на бумаге, это называется для проформы, выделены деньги на бумаге, создали, это примерно так. Построили колхоз, давайте колхозников. Так вот сейчас будут давать колхозников в эти колхозы, которые они построили, в эти объединения. Взять их неоткуда. Взять их можно только либо с направления на Покровск, они этого делать не будут однозначно, потому что они тогда не выполнят задачу выхода на Покровск, выхода на границу Донецкой области. А собрать сборную солянку со всей Российской империи, ну, у них не получается. Вернее, получается сборная солянка, но не войсковые объединения. Потому, я думаю, это очередная такая проформа для отмазки, информационной отмазки все-таки. Она наполнится только тогда, когда россияне, ну, реально выйдут с Донецкой области. А мы, естественно, понимаем, что этого в ближайшее время не будет, потому я не вижу перспектив, так сказать, у этих объединений. Если у нас задачи, те, которые мы сейчас перед собой поставили, они будут растянуты по всей
линии границы. Скорее всего, так и будет. Почему? Это уже видно, по крайней мере, растягивание. Некоторые процессы, которые сейчас начинаются на Брянской, на границе с Брянской областью, там уже тоже под обстрел попадают мосты через Десну. Я так понимаю, наша разведка уже нацелилась на Унечу, на основной пункт распределения нефти по нефтепроводу «Дружба». Ну и Белгородское направление, там также и по западной границе Белгородской области, по южной границе Белгородской области, там уже идут боевые соприкосновения вдоль Харьковской границы, Харьков под Харьковом, под Волчанском. Я думаю, там также будет расширяться это направление. И россиянам деваться будет некуда, им придется снимать часть войск, уже, может быть, не сейчас, уже потом, может быть, через пару месяцев, и разворачивать их по направлению в сторону Москвы для защиты столицы. Наконец-то до них дойдет, что защищать они должны север, а не юг. Практически на данный момент движение на Москву — это от российских войск. Это такой ситуации в мире еще нигде не было, чтобы армия противника находилась между своей армией и столицей. То есть, ну, вот идиотизм чистой воды. Собрали полумиллионную армию, отвели ее от столицы и завели за армию противника, за украинскую армию в этом смысле. То есть сейчас это будет все становиться обратно с головы на ноги. Пане Романе, також маємо дуже хорошу новину, яка точно вартує окремого лайку від наших глядачів, про те, що майже непоміченим, принаймні в медіапросторі, прийшла новина про те, що маємо вже 600 тисяч ліквідованих окупантів, про це вже офіційно запевнили в Генштабі. Пам'ятаєте, коли було ще 100 тисяч, там певні люди раділи за цієї цифри і мали сподівання про те, що щось на Росії там відбудеться, можливо, протести, можливо, там матеря повиходять чи обвал фронту. Втім, як ми бачимо, глобально нічого не змінилося. Коротке, пане Романе, коментар от про цю цифру 600 тисяч. Об'єктивно вона красива, об'єктивно вона нам подобається. От хотілося б почути вашу аналітику коротко і перейдемо до наступного з вами питання. Исходя из количества боев, количества сил россиян, наших вооруженных сил, то есть и коэффициентов некоторых, ну, 600 тысяч российских войск, можно говорить, что это потери, которые не вернутся никогда на линию фронта. То есть это потери 200-ми уничтоженными, убитыми, и потери тяжелыми 300-ми, которые точно воевать больше не будут, без рук, без ног, без головы, ну вот примерно так это можно говорить, о вот этих 600 тысячах россиян. А то есть здесь в этой цифре зашито и 300-е тяжелые, которые уже без возврата. А вот те россияне, которые восстанавливаются, они здесь не просматриваются. Потому можно сказать такой с уверенностью о том, что уже больше полмиллиона россиян никогда не возьмут в руки оружие, так как и у некоторых рук уже нет. І от, пане Романе, для об'єктивності маємо тривожні сигнали і з нашого фронту про те, що армія ворога окупувала ще 3 села на Донецькому напрямку. Про це повідомила аналітика видання проєкту Deep State у ніч проти вівторка 20 серпня. Тут йдеться про населений пункт Межове, Скучне та Жравку. Крім того, російські окупанти проснулися поблизу селища Гродівки та Завітне. От хотілося б почути вашу аналітику, чи дійсно ворог має певні тактичні успіхи на цьому відтинку фронту, та чи вдасться Збройним силам України, на вашу думку, зупинити цей наступ, який вже продовжується останні тижні? Это не тактический успех, это уже оперативно-тактический успех. Они прошли десятки километров, причем вклинились в нашу оборону на большую глубину. Да, у них большая проблема с флангами, то есть они слишком далеко прошли, и, в принципе, их можно остановить ударами по флангам, если у нас будут такие силы и средства. Но этот оперативно-тактический успех как минимум дает россиянам надежду на расширение этого вклинения, если, опять же, не снимут резервы для охраны и обороны уже курского направления, московского направления. То есть надежда у них такая есть, почему они и вклинились, и сейчас вклинение, ну, по глубине, если от Донецка километров 50, практически уже под Покровском, там до Покровска километров 10 осталось. То есть
Это, конечно, для нас большая опасность, но и для россиян не так все просто. Как они это прекрасно понимают. То есть видно сейчас некоторые их мандраж по флангам. Но тем не менее, задача поставлена, они идут. Для нас, у нас проблема связана, то есть то, что мы их пропустили, дали вклиниться. Проблема основная — это недостаток средств поражения. Причем уровня артиллерийских боеприпасов, минометных, в основном мин для минометов. 120-я мина нужна, 82-я мина нужна. Кассетный боеприпас 155-й нужен. Выкашивать пехоту. Россияне наступают, включив два механизма. КАБы, то есть авиационные средства поражения, которые хорошо себя показали, естественно, по скрытии любого практически укрепленного пункта. Мы также будем этим пользоваться. Авиационные средства поражения, они в достаточном количестве уничтожают и вскрывают любой опорный пункт, любые рубежи. Да, волнами пехоты они просто заливают наши рубежи, выдавливают соотношение 10 к 1, то есть на одного нашего военнослужащего до 10 российских террористов. Это очень большая цифра, большое соотношение, недостача боеприпасов, и нам приходится отходить. То есть мы оставляем рубежи, и почему россияне смогли продвинуться практически до Покровска. Причем есть еще один вопрос очень большой к военно-гражданским администрациям этих городов. Укрепрайоны как таковые не отстроены. Строили, что попало, цветочки садили в том же Покровске, а укрепрайона как такового нет. И сейчас россияне подойдут к Покровску, и будет использован, Покровск будет использован как рубеж обороны. Но из Покровска, из Мирнограда, из Селидова россияне лунный пейзаж за несколько месяцев произведут. Они такие великие мастера на как раз по этой теме. Посмотрите на Бахмут, на Часовьяр, на Маринку. Вот это примерно впереди такое ждет эти наши три города. Потому срочно надо принимать решение по этому направлению. Мы, во-первых, то, что сдаем Донбасс, это одно. А второе, мы теряем города. Мы теряем, кстати, в Покровске самая большая шахта в Европе по добыче угля коксующего. Там на горизонте в 600 метров очень большое тело лежит угольное, то есть и его разрабатывает как раз эта шахта Красноармейско-Западная, сейчас она, по-моему, называется Покровская-1, где-то так. То есть очень большие потери у нас на данный момент, плюс, естественно, самое главное — это гражданское население. Во-первых, гибнет это раз, во-вторых, сейчас будут несколько сотен тысяч граждан бомжевать по всей Украине, как уже 11-й год. Миллионы украинцев и дончан в том числе бомжуют в Украине, а тех, кому повезло, те выехали из Украины. То есть есть эта большая проблема, и пока мы ее не решим, она будет развиваться по востоку, то есть потеря Донбасса. Еще раз повторюсь, две вещи надо. Надо достаточное количество боеприпасов на это направление. И второе, попытаться ударами с фланга восстановить эту колонну, которая сейчас идет в сторону Покровска. Шановні глядачі, ви чуєте, яка є ситуація нині на сході нашої країни. Знаєте, що у нас є актуальні збори від 24 каналу. Будь ласка, переходьте, підтримуйте наших захисників та захисниць Сил оборони України. Сайт 24 каналу, фонд 24-го. Наразі збираємо на Нісан Навара і комплекси радіоелектронної боротьби для бригади «Помста», і також пікап Нісан Навара для 5-ї ОШБР. Долучайтеся, будь ласка, кожна ваша гривня, вона завжди важлива. І не забувайте бути активними під цією трансляцією. Дякуємо вам за це. Пан Романе, щодо систем протиповітряної оборони, до кінця поточного року Німеччина нібито передасть Україні ще 4 системи протиповітряної оборони «Айрістім» різної дальності дії. Про це повідомив саме заступник офіційного представника німецького уряду Вольфганг Бюхнер, якого цитує Deutsche Welle. Паралельно з цим і видання Bloomberg вказує на те, що деякі союзники, на жаль, не виконують обіцянок щодо постачання систем протиповітряної оборони Україні. На вашу думку, якщо глобально дивитися, підсумовувати, що зараз системами ППО та ракетами до них, і, звісно, тією кількістю обіцяної для України до кінця поточного року не тільки від Німеччини, але і від інших країн. Раз інформація не додають, значить точно не додають. Тобто недостаток навіть обіцяного. Хоча
Из того обещанного это всего лишь 20-25% того, что нам надо. Нам надо достаточно большое количество и систем противобаллистических типа Патриот. Да, вот обещано максимум там общее количество у нас до 10, а нам около минимум 25, надо так реально около 50 для того, чтобы страну закрыть. Систем типа Аристи, там действительно две системы есть, СЛС и СЛМ, малые и средние дальности, 20 и 40 километров. В зависимости от типа системы, она будет располагаться либо объектово, прикрывая какой-то из серьезных, допустим, комплексов типа Патриота, либо сама прикрывать объект в зависимости от ее месторасположения. Но опять же, это слезы. Это количество 1, 2, 3, 5, это слезы, почему нам надо десятки этих систем. Не имея своей базы производства, мы сейчас полностью зависим, то есть наша безопасность Украины полностью зависит от наших партнеров, потому спасибо всем, кто помогает, и тем, которые не успевают, допустим, поставить, пожалуйста, попробуйте ускорить этот процесс, потому что каждая ракета, каждая система прикрывает наши жизни, прикрывает нашу инфраструктуру и, в принципе, прикрывает Европу на восточных рубежах. Пане Романе, не так багато часу у нас залишається, але маємо ще два питання, які б ми хотіли поставити. Перше про те, що Чехія купить боєприпаси для України за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це запевнило Міністерство оборони Чехії. І запевнило, що поставки можуть бути найближчим часом, і це безпосередньо вплине на полі бою. Перше питання коротке. Наскільки швидко, враховуючи логістичні питання, і на вашу думку, чи є зараз брак боєприпасів в Україні, і чи вистачає нам, враховуючи і наступ активний Росія на сході України, і наш наступ вже на території тимчасової Росії? Много железа никогда на войне не бывает. Никогда ни от кого не услышите, что больше не нужно. Однозначно везите. Недостаток боеприпасов привел к тому, что мы потеряли часть Донбасса. Как раз это прямое следствие. Ну, по крайней мере, одна из основных причин. Естественно, в наступлении боеприпасов надо больше. Наступление сейчас идет в районе Курской области, хотя оно сейчас уже более-менее стабилизируется. Направления там уже понятны. По некоторым позициям даже переходим в оборону. То есть, дойдя, допустим, до того же Сейма. А вот по востоку нам, конечно, надо боеприпасы в большом количестве. То та инициатива, о которой сейчас мы говорим, это чешская инициатива и по поиску снарядов, по их восстановлению, боеприпасов, поставке нам боеприпасов и оплате, в том числе, инициатива очень удачная. Почему? Потому что российских активов только на Западе больше 300 миллиардов долларов. Нам бы это хватило в такой серьезной динамике наступательной как минимум на 3 года, если бы мы все эти активы сейчас поставили на службу нашей армии, нашему государству, уже были как минимум в районе Волги. До Энгельса бы не беспилотники летали, а Энгельс бы уже аэродром контролировали наши войска, ДШБшки, которые туда бы добрались. Но пока можно об этом только мечтать, хотя это не вредно. Почему? Потому что мы видим, как инициатива чешского президента в конце концов эти мечты притворяет в жизнь. Единственное, что надо дать им поле для деятельности, естественно, масштабировать. Пане Романе, дуже хороші мрії про десантно-штурмові війська і Енгельс. Звісно, мріяти потрібно і потрібно візуалізувати. Насамкінець, коротко просимо вас, з'явилася інформація, що на українсько-білоруському кордоні нібито розгорнуто військові радіотехнічного корпусу Білорусі, туди стягнуто зенітні ракети, публікує видання AP слова головнокомандувача, точніше, перепрошую, командувача військами білоруської протиповітряної оборони, одного з генерал-майорів, і він про це сказав в ефірі Національного телебачення країни. Офіційного підтвердження про стягування цих військ з боку нашого Генштабу Збройних сил України не було. Проте, якщо це дійсно правда, про що це може свідчити, це відволікаючий маневр, це залякування, і чи пов'язані ці дії можуть бути з тим, що відбувається в Курській області? Первая мысль, которая приходит в голову, почему это делают белорусы сейчас, посмотрите, если на последний месяц-полтора при масштабных российских атаках беспилотниками, часть беспилотников заходила на белорусскую территорию, им приходилось поднимать авиацию и уничтожать эти беспилотники чуть ли не в середине, то есть Беларуси.
Потому вот с точки зрения военной, на месте белорусского командования, понимая, что впереди масштабная атака российская, я бы развернул ПВОшные части, зенитно-ракетные части на границе с Украиной. Ну, то есть это первое в чистом виде, без политики, именно военная необходимость. А это значит, что впереди действительно может быть масштабная, как минимум шахедная атака. Хотя нет, не исключая возможности и ракетной в том числе. И вот для того, чтобы не дать такой возможности на территорию Беларуси заходить российским беспилотникам, непонятно, почему они туда заходят, если честно. То есть уже где-то больше десятка беспилотников заходят на территорию Беларуси. Правда, часть из них потом возвращается. То есть используют территорию Беларуси для разворота или захода уже глубже, вглубь нашей страны, только с северо-западных или северных районов, заходя с Беларуси. Так вот, скорее всего, белорусы знают об готовящейся такого рода атаке, знают, что территорию Беларуси могут использовать российские маршрутизаторы ракет и беспилотников для атаки в Украину, и развернули войска. Это первая мысль. Ну, я не думаю, что они развернуты, допустим, от наших средств поражения. Мы на данный момент по Белоруссии вряд ли будем как-то работать. Нам не хватает дальних средств по российским объектам. Поэтому в этом смысле белорусам, конечно, можно не беспокоиться. Пане Романе, ми, як завжди, дякуємо вам за цю змістовну розмову. Дякуємо. Дякую за вашу аналітику, за ваші чіткі відповіді. Роман Світан, льотчик-інструктор, полковник запасу української армії, традиційно відповідав на найголовніше питання цього дня. З вами був Владислав Соловйов, Ольга Білан. Прямо зараз поставте цьому відео лайк, напишіть коментар, ваше місто, ваша країна, звідки ви нас дивитесь. Все читаємо, все бачимо, бачить цей пан Роман Світан. І також будьте активними в цьому чаті. В нас, як ми і анонсували, є опитування, що означає котел на Курщині, поразку ворога в цій спецоперації. 54% вважають, що так, решта вважають, що ні. Цікава ваша думка, напишіть також про це в коментарях. І підпишіться на цей YouTube-канал, побачимось в ефірі на 24-му.